1 декабря. Как тратятся 10,5 миллионов рублей, Павел Ипатов решил проконтролировать лично. Он приехал в Балтай с проверкой. Деньги были выделены на ремонт центральной районной больницы. Его не делали больше четверти века. Сейчас работы в самом разгаре. Ремонт начался по программе модернизации. Это в июле месяце. Вот сейчас закончен уже ремонт терапевтического отделения, полностью завершена кровля. И в настоящее время ведется ремонт детского отделения. Ремонт в больнице планируют завершить к Новому году. Тогда же здесь появится новое медицинское оборудование – аппарат для фиброгастроскопии. Единственная проблема – нехватка узких специалистов. В больнице нет стоматолога, нарколога, не хватает терапевтов. Ситуацию планируют исправить за счет молодых специалистов. На сегодня у врачей, у учителей и у молодых специалистов у нас, я считаю, хорошая заработная плата. То, что мы подъемные пока еще не в состоянии, не выплачиваем, но я думаю, этот вопрос в ближайшее время решим с депутатами нашего района, и эти подъемные средства будем выплачивать. Вот здесь у нас средняя группа. Побывал губернатор и в детском саду поселка Садовка. Сейчас воспитатели здесь в среднем получают около 6,5 тысяч. Остальной персонал и того меньше. Павел Ипатов сообщил всем сотрудникам радостную новость. Грядет повышение зарплаты. Принято решение и правительством Саратовской области, и депутатами областной думы о повышении заработной платы в среднем до конца этого года на 30%. При этом заработная плата воспитателя будет превышать 10 тысяч рублей. А в следующем году, с января месяца, мы также планируем еще повысить заработную плату, чтобы уже у всех работников детских дошкольных учреждений заработная плата была не ниже 10 тысяч рублей. В местном сельском садике сейчас работают 3 группы. Они полностью укомплектованы. Их посещают 60 малышей. И в отличие от детских садов в больших городах, очереди сюда нет. Во время визита в Балтай руководитель области успел пообщаться с местными жителями. На встрече прозвучал ответ еще на один наболевший вопрос. Будут ли детские сады обеспечиваться компьютерами и подключением? Будут. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.